запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино. Уничтожено до 145 военнослужащих противника, 2 танка, 3 автомобиля, зенитный ракетный комплекс британского производства «Штормер», 155-мм гаубица американского производства М109 «Паладин», 152-мм гаубица «МСТАБ», 152-мм орудие Д-20, 105-мм буксируемая гаубица американского производства М119. На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, 3 автомобиля, 222-мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель». Уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Берислова. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерии группировки поражена радиолокационная станция СТ-68 в районе Трудового Запорожской области, а также живая сила и военная техника противника. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем и стрелкового оружия уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Очеретоватая, Новая, Мирная, Харькова, Запорожской области, Новая Каховка, Саги, Херсонской области, а также 3 реактивных снаряда РСЗО «Химарс» и «Альха».